Встанем все для молитвы. Всякое мучение. Не книжные и простые, они говорили с таким дерзновением, что поражали слушателей. Искудельных дух соделал их железными, окрылил их и не допустил впасть ни в какую слабость человеческую. Такова-то благодать духа. Она, если находит печаль, уничтожает ее. Если злое вожделение истребляет, если страх изгоняет. И кто сподобился ее, того не допускает уже быть человеком, но как бы, переселив на самое небо, располагает размышлять только о том, что на небе. Потому-то, кто ничего не имеет, никто из имения своего не называл своим, но непрестанно пребывали в молитве и веселье, и простоте сердец. Деяние 4 глава. Однако же скажешь, часто опечалятся и люди, исполненные духа, но это печаль сладости и радости. Печалился и Каин, но печалью мирской. Печалился и Павел, но печалью по Боге. Все духовное приносит величайшую пользу, равно как и все мирское – крайний вред. Привлечем же к себе через исполнение заповеди необоримую помощь Духа, и мы будем ничем не меньше ангелов. Ведь они не потому таковы, что бесплотны, иначе никто из бесплотных не был бы злым, но везде причиной всему свободное произволение. Потому-то и между бесплотными нашлись такие, которые хуже людей и даже бессловесных, а между облеченными плотью такие, которые лучше бесплотных. Также праведники, хотя жили на земле и имели тело, однако же совершили великие дела. На земле они жили, как пришельцы и странники, а на небе, как граждане. Не говори же и ты, я облечен плотью, не могу одолеть ее, не могу взять на себя трудов добродетели. Не обвиняй Создателя. Ведь если от того, что мы носим плоть, добродетель становится для нас невозможной, то мы уже невиновны. Но что она не отделяется, не делается от того невозможное, это доказывает и лик святых. Об этом доказывают и святые переховные апостолы Петре и Павле, сколько они претерпевали в это. Но подкрепляемые благодатью Божией все переносили. Это были, как говорят, агнцы среди волков, но волки смирялись, из волков делали смиренных ягнят. Чем? Благодатью Божией. Поэтому всегда нужно молитвам утренним или вечерним, я уже напоминал, еще раз напоминаю, всегда добавлять: Господи, не отверг меня лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отними от меня. Аминь. Аминь. Аминь.
друг друга, мы же поцеловались, там обняли как-то, но не делаем это. Так и здесь мы поклоняемся не дереву, это железо, стеклу или там на чем еще, а первообразу, который есть на иконе изображено. Икона — это изображение переводится. Поэтому мы поклоняемся тому, кто изображен, Петр и Павел. А нам это самодельная иконка сделана. Мы там заделали так ее, что вот есть она. Вот. На дереве. Где-то есть красивая, там, может, украшенная там и золотыми венцами. Но икона-то ценностью не в этом, что она как украшена. Это только для воров она украшение. А для верных украшение то, что кто есть изображен. И как мы можем говорить? Лучше совершать память святых, чем это подражание их жизни. Вот сегодня совершаем память Петра и Павла. Читаем послание Павла, Петра, что говорится в Писании. Будем подражать их жизни. И тогда будем вместе с ними, сожителями небесными. Храни вас всех, Господь. Ну, визитуально надо технику.